Всем привет, с вами Кричал Драйвер 51 Рус. Сегодня у нас, ребята, будет обзорчик на обновление Volkswagen Touareg. Автор мода Shark 3 семерки Михаил Михайлов. Значит, давайте посмотрим, какие обновления. Машинка мышками так сейчас погружаться будет в горцушке. Так, добавлены, ребята, ампулы. Сейчас мы его найдем. Добавлен, просили черный, добавлен темно-синий. Volkswagen Touareg, значит. Ну, сейчас, ребят, прогрузится. Посмотрим машинку. Текстурки очень мощные там, ребят, поэтому так вот он появился. Так, вот такой, ребята, будет Volkswagen Touareg, темно-темно-синий. Значит, пассажир тут уже водила. Давайте еще, ребят, поставим старый красненький Touareg. Вот здесь он появится, также прогрузится. Значит, сделан на обоих машинах синхронизация света. Так, во втором, ребята, видите, значит, Touareg'е водилы нет, но прописка рук есть, но останется только кому так уж принципиально посадите водилу сами, прописку возьмите с синего Touareg'а, там драйвер позицию пишите в красный, и у вас будет в красном также сидеть водила. Значит, по машинкам, по обоим, значит, присутствуют одинаковые аддоны, только под цвет автомобиля, скажем так. На обоих, значит, прописано, еще раз повторюсь, синхронизация. Сейчас поставлю еще, посмотрите, прицеп для дров. Вот такой синего цвета будет. Значит, прицеп ремонтный. Тоже синенький, темный. Сейчас все прогрузится. Тут же надо отъехать. Немножко изменен звук, ребята. Так. Вот. Прицепчик все как положено. В цвет автомобиля добавлена подножка, ребята. На прицеп. Так. Сейчас найду это. Вот она. Парковочная опора. Можно отцепить прицеп. Ехать. Все, прицеп стоит. Давайте подъедем, зацепимся. Так. А, да, забыл. И сделана, ребят, пневматическая подвесочка. Значит, на машинках. Перед. Пересядем на красный, заведемся, тоже поставим на вообще прибамбасы. Так,
редактор я свет сделал, но редактор запикал точно. Давайте тут посмотрим по подвеске как. Тяжелочка. А тут нормально он садится, кстати. Смотрите тут. Оп. Так, давайте пересядем на синий, посмотрим тут еще раз. А, может, нога мешает, вот что. Тут единый батон. Все тут нормально с подвеской. Нога сторчала. Вот, все, ребята, все поднимается. Все опускается. Все ложится машина. Просто торчала нога на прицепе. Что-то я думал, что уже по ней опускается. Так, ладно, ребята, все, это посмотрели. Заменены текстурки, ребята, в салоне. То есть Миша более качественный текстур все запихал. Навигатор какой-то поставил. Значит, все присутствует опять же анимация руля на обоих машинах. Вот. Все тут. Best of the best, как обычно. Давайте по синхронизации еще пробежимся. Сейчас я подтяну его немножко сюда. Ой. К этому автомобилю. То есть, ребята, ночью друг друга будете видеть вот так. В мультиплеере. Это японский городовой. Вот. Такой синхрон. Можно помигать дальним. Все тут. Ой-ой, куда я улетел? Мышку все еще не поменял. Так, мышку в сторону хочу. Вот сюда надо куда-то купить. О. А. То есть вот, ребят, будет такой ксеноновый свет от фар. Прикольный. Значит, внизу от противотуманочек свет. Вот так будете видеть друг друга в мультике. Но вот это головной свет, который включается, будете видеть уже только вы одни, скажем так. А в мультиплеере будет все видно вот в таком макаре. Вполне так достойно, прикольно. Все тут уже сделано как надо с синхронизацией. Все, я поковырял, все тут исправил, все подправил, все симпатично. Ночью и днем тоже можно мигать светом. Ну, как бы это только будет, опять же, видно только вам. Синхрон будет вот в таком макаре света. И при включении вот в таком. Вот на красный, смотрите. Видите, загорается тут. Эти фарки. Ну и на этом тоже загораются. А днем выключаются. То есть вот. Ой. То есть вот, видите, чпок, чпок. Все работает. То есть вот такой синхрон света будет у нас на автомобилях. Ну, естественно, по колесам сейчас еще пробежимся. Значит, добавлены колеса. Так. Сейчас тоже они подгрузятся. Ну. Вот. Эти тапочки уже, по-моему, были. Вторые внедорожки добавлены. Вот такие прикольненькие колесики и спортивные еще колеса. Вот они. Ну, давайте я поеду на внедорожках. Поднимем мы, наверное, еще подвесочку сейчас скинем. Давайте этот прицеп, по ремонту стоит, да? Поставим прицеп. Для дроп ему. Автомобиль грузится с козла, так что можно спокойно играть и в симуляторе, и в аркаде. Мотор работает в мультиплеере. Так.
цеп для дорог. Сейчас давайте загрузим его с козла. Кто не видел изначально, как он грузится, значит, приезжайте к козлу, создаете короткие бревна, нажимаете буковку В, так, протянуть нам чутка вперед. Вот. И все. Ребята, два очка загрузки присутствуют. Также сейчас скидывается, ребята, все загружается. Можно также погрузить два бревна коротких манипулятором на прицеп, и все загрузится. Либо так подъехать к козлу, все загрузится. Вот такой получается, такое обновление Volkswagen Touareg нам предоставил Михаил. Все, погнали. Поднимем его вообще немножко на пневме. Чутка повыше. И все, и поехали. Ночью, кажется, синхрон, видите, тут Volkswagen. Все просто обалдеть. Ксеноновые фары, ксеноновый свет. Все. Все отличненько светится. Нет туманочек, желтый свет как бы падает. Все. Все быстро уже быстро. Все, погнали. Так, тут еще полный привод, дифференциал. Мотор тащит нормально, звук у него свой, ребята, немножко измененный. Сейчас залезем в грязюку, конечно. Обязательно. Давай, вперед. Проходимости ставьте вот эти большие тапки внедорожные на шоссе, если он будет побольше буксовать, так что имейте в виду, внедорожные колеса тут функционально копают, как и есть на самом деле, то есть тормозим. Сигнал на месте. И полетели. И полетели. В принципе, темно-синий он практически как черный. Так и издалека-то сильно не угадаешь, что темно-синий. Очень-очень темно-синий. Все пачкается, ребята. Пойдет отлично. Полностью функциональный этот мод будет на сайте STMods. Я думаю, на SPMods тоже, ребята, зальют. И, наверное, Михаил откроет доступ на него в системе. То есть вот такой, ребят, хороший, адекватный модик. Давайте, блин, надо выехать. Я что-то сначала надо делать скрин. Сейчас мы щелкнем. Щелкнем тут на полную катушку. Он городовой. Это назад маленечко, ну. Чёртова камера. Ладно. Давайте
закинем, посмотрим по загрузочке, что все, ребят, реально скидывается, все разгружается, естественно, разгружается. Все, скидываем прицеп, поставим еще багажник, тут у него Туля присутствует, да, тоже в цвет автомобиля каждому. Вроде красному красное, синему синее. Все, есть Тулька, полетели. Грязь, не буду соваться. Обзорчик. Михаил попросил что-то побыстрее сделать, поэтому давайте побыстрее у нас будет вот так. Пиндюриться бы. Пиндюрился. Ладно, починимся. Все, отлично, он поет. По прицепу там стоплен. Не будем заморачиваться там. В принципе, прицеп остался без изменений. По функционалу прицепа, то есть все осталось так же. Добавлено вот пневма, синхрон, второй автомобиль, прописка водителя, комплект колес. Название немножко изменены, как бы. Вот так, в принципе, хорошее обновление. Не знаю, Михаил еще будет доделать там, возможно, какие-то аддоны, какие-то груза, может быть, что-то еще добавится, может, еще возможно будет еще обновление. Ну, на данный момент вот такое, скажем, обновление. После выхода мода, скажем, первое обновление его будет. В принципе, все тут уже как есть. Ну, тут уже в грязь не полезем, чтобы не затягивать обзорчик. По скорости, видите, он шуршит быстренько. Проходимость, в принципе, выбирайте тапки внедорожные. Будет тоже отличная проходимость. Видите, главное, чешет спокойно. Подвесочка пневма работает, то есть на асфальтике можете его положить. Вот тут вы можете, вообще сейчас мы его поднимем до самого верха, видите, то есть еще раз повторюсь, покажу, что подвесочка, все, пневма работает на обоих машинках. Сейчас мы его на полную вытащим. Опс. Садил туда под яму, надо было потише немножечко. Здесь кто-то выйдет, что-то воткнулся и опять неудобно как-то заехал. О, все нормас, я поймал что-то где-то. Да, что-то тут, возможно, где-то ЦДТшка все-таки на морде бьет. Как после первого обзора. Наверное, тут немножко надо мишки будет поработать. Чуть-чуть залезть, посмотреть ЦДТшку на морде. Так. Тормозим, сейчас оставим подвеску, давайте. Тройка. Допустим, ее. Вот так я вижу. Погнали.
подвесочка работает приятненько, все красиво ходит там. Анимация, пружинки, все тут надо. На эту хрень не полезем. Сейчас тут ее катанем. Все, видите, все тут разгибается, видите, разгибается, все ходит, пружинки, стоечки. Все как надо. Ладно, брод не пойдем. Ой, не пойдем. Пойдем, походу. Щенок все лупит как надо. Давайте щеночек тут. Щеночек включим, все. Все. Должно быть. Какие конские дырки. Поехать. Синхронизация, ребят, обалденная. Просто изумительный свет у машинки. Сейчас вытащим он туда на асфальт, сделаем двойной скрин, погнали друзок. Вот синхронизация на обоих машинах, ребята, все видно, в принципе, всем отлично, да. Все это будет вот так отображаться в мультике, когда будете рядом ехать. Да и вдалеке тоже, я думаю, будет видно. И фимбовско, скажем. Давайте сейчас туда кто. Ах, понял, мама, стоп. То есть вот так вот будете с таким светом видеть друг друга в мультиплеере. Ой-ой. Ты там не догоняй в другом. А вот так, когда будете вы сами включать свет, будет вот такой ксеноцепит. Но этот свет я пробовал, что-то никак не могу прописать. Не прописывается он от головного. От головных фар. Не получилось у меня пиндюрить. Так что. Включим день, да, давайте поставим шоссейные колеса, есть, да, давайте стандартные, да, поставлю, спортивные, давайте хрен спортивные, так, опустим подвес сунем, о, молодцы, вот так вот, нормас, погнали. Кто-то так пишет. Так, состояние хотел, да. Нифига, вот такой лежите, друг. По скорости, ребята, полтос, я думаю, с него можно выманить. Он будет полностью по кругу, не будет лучше парить. Повторюсь, на красном можно будет взять прописку синего, ребята, драйвер. Там будет позиция водителя. И просто эту строчку туда же в красный пишите. Будет у вас в обоих машинах. Это в файле HML класса Strax найдете. Можете убрать водителя, скажем так, можете поставить. То есть вот. Такие два поворота. Уже, наверное, вот так вот их как-нибудь. Чёрт, куда стоит уже-то?
видел, есть. Поставим его тапки. Вот, ребят, такой обзорчик на обновление Volkswagen Touareg от автора Михаила Михайлова, да, Shark три семерочки. В обновлении присутствует, еще раз повторюсь, значит, синхронизация полная света для мультиплеера, мод работает в мультиплеере, добавлены колеса, вот спортивные, спортивные колеса и, по-моему, внедорожные, да. Так, изменены текстурки в салонах, добавлен водитель в синем автомобиле, добавлен сам автомобиль. Вот. Ну, и водителя можно прописать, руки прописаны красного автомобиля, то есть можно будет прописать туда водителя пневмоподвеска, ну и под каждый автомобиль по рецепту. В раскраску самого автомобиля, значит. Вот, вот такие, ребята, обновления. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, делитесь видео, ставьте лайки, кому нравится, не нравится, ставьте дизлайки, значит. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал. Вот розыгрыши на 2000 подписчиков в группе и 2000 подписчиков на канале. Вот Steam лицензия игр, лицензионные стимовские игры. Так что ловите момент, будьте поактивнее по подписке, по репостам, по постам, по всему, короче. Все, на этом буду обзор заканчивать. Михаил, как всегда, молодец. Доработочка обалденная. Спасибо вам большое ему за данный мод, за то, что человек сделал, потратил столько времени. Сделал машинку качественную, модельку на общак, а не в приват. Так что все, пишем положительные комментарии. Кому не нравится, ребят, не качайте и можете вообще ничего не писать. Как бы ваше право, никто вас не заставляет, это не принуждает делать. Потому что и так уже с вашими говняными, скажем так, комментариями уже и так разогнали всех мододелов, либо по приватам люди ушли, группы позакрывали и так далее. Это все благодаря тем, кто сам ни хрена не умеет, но говна вываливает в сторону мододелов выше крыши. Так что вот, можно таким товарищам сказать спасибо, но только они все больше и больше мододелов, скажем так, отбивает у них желание делать либо на общак, либо вообще делать моды. Либо люди уходят просто в приваты, моды, которые они раньше делали бесплатно, они становятся платными. Поэтому думайте, ребят, что делаете, как бы это все в ваших руках. Чем больше положительного пишете автору, я думаю, тем больше человек будет стараться делать это все бесплатно для вас же, опять же. Хотя я считаю, что за любой труд, конечно, надо, чтобы человек получал деньги, скажем так, за такую работу долгую и качественную. Скажем. Я считаю, что, конечно, у всех, в принципе, авторов в основном существуют группы, есть ссылочки на донаты, поэтому, ребят, донатьте, пишите положительные отзывы, ну, мое мнение. Ну, ваше мнение уж смотрите сами, что вам делать, либо писать положительное, либо отрицательное, либо воздержаться. Ну, мод, мое мнение, мод офигенный. Офигенный, качественный, бесплатный.
Так что, ребят, не засирайте. Ставьте пальцы вверх автору. Все. Всем удачи, всем пока. С вами был Грайер 51 Рус. Всем добра, счастья, мира. Весна уже пришла, так что все, балдите, парни. Скоро каникулы для школяров. Так что все, всем удачи, отпуска. Всем пока-пока.